Алло, это Сергей по поводу SSD-шки, материнской платы и процессора из Китая. Ничего. Слушай, а расскажи мне, пожалуйста, сколько стоила SSD-шка с Китая? Ну, сейчас скажу. Я по распродаже ее брал. Ну, скажи, пожалуйста, сколько она стоила? 2800. Вот я сейчас смотрю, как раз. 2850. Ну, грубо говоря, 3. Так, а материнская плата сколько стоила? Ну, давай, все скажу. 7620. А ты знаешь, что твоя плата ремонтная на самом деле? Догадываюсь, потому и дешевая. Догадываешься. И она 12-го года. Да? Самая дешевая плата в России — сокет 1155, 3000 рублей. Вот так даже, да? Материнская плата была вот в такой упаковке, завернута просто в пакете. После небольшого осмотра выявилось, что она ремонтировалась. И здесь была наклейка с моделью материнской платы. Ну и, собственно, здесь же так отметки в ремонте, в китайском ремонте. Сокет 1155. Эта плата была куплена за 7000 рублей, по словам владельца. На сокете присутствуют следы, так сказать, неумелой установки, о чем свидетельствуют эти на цвет пятна на контактах этого гнезда. Также присутствует китайская пыль, свидетельствующая о том, что это, ну, мягко говоря, БУ. Присутствуют следы коррозии, что свидетельствует о том, что эта плата хранилась, явно это был даже не подвал. А процессор сколько стоил? 7350. Он тоже пользовался ими. Понятно. Также этому человеку впарили процессор, который вообще не этого сокета. И, естественно, он сюда не лезет. Но, кроме этого, при осмотре обнаружились сколы некоторых деталей под процессором. Процессор приехал вот в такой коробке. Вот в таком пакетике. Процессор, по словам клиента, процессор был куплен за 7000 рублей. Алло? Алло, это Сергей. Угу. Есть одна очень неприятная новость. Ой, все-таки меня огорчил. Ну и чего, не работает? У него снизу вот сколоты детали. Как это сформулировать мне по-русски-то? Ну, сколоты детали. Процессор не от этой материнской платы, мягко говоря. Ну, что тут можно сказать? Есть такая контора eBay. Я эту контору называю на eBay. Вот так даже, да? Вот. Что касается Китайпрома. Ну, была распродажа. Ну что ж, кормите врага. Откармливайте. Вот так даже, да? Он нам такую мазуту впаривает. Ну, была распродажа. А вы, people, так сказать, хаваете. Вот так даже, да? We'll be right back.
People have it.